Всем привет, ребята! Ну что, у нас сегодня максимальный тест нового героя Лендвокера, либо, как его там, странник на русском сервере. Я уже наконец-то прокачал его практически на максималку, но остались там последние нюансы. По герою мы сейчас его добьем. 29-й. Вот так вот. Чик. Вот он на максималке. 30-й левел, то есть максимальные атрибуты у него уже. Сейчас мы прокачаем, сделаем ему аугментацию. По возможности паролем уклонения. Потом я дальше его постараюсь еще докрутить. Так, делаем аугментацию. Ну, на английском сервере. Блин, аж закашляться. Это делается все очень легко. Быстро. Английский сервак. Реально топчик. Так, аугментация есть. Единственное, у меня тут карточек не особо много. Сейчас попробуем вытащить что-то ему толковое. Ну, я буду его тестировать пока в дефном варианте. Попробую. Потом переделаю в атакующий. Блин, вот это вот реально харит. Вот это то, что оно выкидывает вот так вот. Непривычно еще. Ведь видите, это каждый раз приходится вот так вот нажимать. Реально запарило. Блин, это реально добавили очередного головняка. Нафига мне тут дискаунт, если его реально нет? Так, отлично, первое, пятое уклонение есть. Хорош. Ну, героя вам показывал на прокачке, правда, без прорывов. Тут он на максималке сейчас, думаю, будет намного интереснее. Заодно и посмотрим, какой он будет дамаг выдавать. Так как герой наносит дофигища дамага, плюс еще себя дополнительно очень круто бафает. Конечно, с уклоном он будет самый идеальный на PvP локациях, потому что по нему, во-первых, попадать будут реже. Станет не будут практически. Ну, из-за того, что он будет уклоняться. Ой, успел. Поставим ему дафный такой вариант. Так, нам надо еще как минимум одно уклонение словить, не знаю. Оставим с точностью. Или переролим, сейчас посмотрим. Вроде он с зоной нормально попадать будет. Но может тоже миссовать, по идее. Интересно, конечно, посмотреть на Мэри, но она еще недоступна у нас ни на одном сервере. Так, есть, отлично, уклонение есть. Ну, тут, в принципе, можно любым созвездием добить, и это не страшно. Надо будет пятерку здесь ролить. Давайте попробуем ее наролить. Чтобы у нас было 6. Тут, видите, тут тройка дает, как две пятерки там. Поэтому здесь лучше уклонение ролить, нежели там его пробовать вытащить. И одну, чтобы была активация шестой чарки. Мы будем тестировать его со священным судом сейчас. Наверное, по таланту. Сейчас варианта 2 есть. Я сейчас сделаю дафный вариант. А потом я хочу суперсилой попробовать собрать атакующий вариант. Ну, наверное, скорее всего, будет. Вот видите, четверка 1500. Но нам нужна пятерочка.
Опять четверка. Пятое уклонение довольно-таки тоже плохо здесь ролятся, но с карт повеселее. Но я пока не хочу. Я жду акции, когда поменяются завтра. Может, что-то интересное будет. Жалко, что печеньки здесь не продают на английском сервере. Можно было бы потестировать еще и других питомцев, но пока только на немке нормальные печеньки продают. Со всех серверов немка пока топовая самая. В плане доната и без доната. Но, к сожалению, там очень мало народа играет. Да давайте уже, ну. Просто какой-то головняк. Точности этот. Ладно, давайте оставим пока такую сборку. Все равно долго будем потом ролить. Так, ставим священный суд. Для дефа ставим ему. Я в данном случае хочу попробовать ЭСО. Как вариант, прокачаем его на максималку. На десятку. Максималка. Герой себя неплохо бафает. Так, тут мы поставим. Можно как вариант поставить такой попробовать. Сюда питомцем от стана. Вот такой вот вариант. Плюс дополнительно уклон. И давайте сейчас еще качнем по бырику. 13 скилл. Чтобы он у нас уже был максимальный. Так, не хватает нам золота. И пойдем потестируем по локациям. Ну, в данном случае я хочу его сейчас затестить на PvP локациях. Даже без ремки. Чисто такой вариант. Посмотреть, как он вообще будет держаться. Так, 11-й есть. Идем на 12-й. Так, 12-й левел. Нормальная такая прибавка по силе пошла. И финишная прямая 13. Сейчас посмотрим на него, что он может делать. В общем, такая вот сборочка. Ну, единственное у нас. Ну, потом я по чарам еще по шаманю. Максималка. Еще надо скилл докачать, а то сейчас бы пошли тестировать. С этим мелкие пооткрываю, не нужны. Так, есть, отлично. Ну что, смотрим статки. Вот такие у него статы. 241 тысяча жизни, ну маловато. Атака 9, тоже, честно говоря, маловато. Видите, тут старые герои имеют больше. Драйк 270 жизни, атаки, ну такое. Поехали, начнем с рейдов. Вы сейчас увидите, как его разгребают быстро. Вот Анубис. То есть убивается он налегке. Потому что он у нас не ремочный. То есть для рейдов, я не знаю, будем тестировать, пробовать его на битве гильдии. Посмотрим, как он себя там покажет. Но он уязвим к молчанию. Зефир его тоже пробивает. Смотр пробивает, то есть тут без вариков, скажем так. Такая сборка дефная, я не знаю, ему в принципе атаки тоже особо не надо, по сути, если так разобраться. Давайте попробуем на волнах, мне интересно посмотреть. Дефный вариант плюс воодушевление.
Сейчас я уберу все героев, посмотреть, что он сможет на волнах показать. Мы пробовали, бегали, он сливался. Тут 30-й прорыв вроде как бы. Максималка, там волна какая у нас. Да, мы пробовали. Посмотрим, кто-то включится. Ну, Атлантик, давай, включись. А, и он пока там бьет этих. Ну, это не для волн герой, не знаю. Мне на волнах что-то он не заходит. Я не вижу в нем будущего пока что на волнах. Дамага, конечно, у него дофига за счет усилений. Но видите проблему, он с юнитами даже справиться не может. Но есть плюсы, то что он здание не трогает и можно им зависать на юнитах. Так, окей. То есть он будет чисто дамажить героев. Вот посмотрите на этот урон. Урон просто божественный. Против героя, вот это чистый герой против других героев. Не против остального всего, но вот именно против героев. Сейчас мы пойдем на PvP локации, там, думаю, будет более интересно. Но все-таки надо его везде посмотреть, что он может. Но у него усиления реально очень крутые. Вот смотрите, как он дракошку, ну, здание разбили. Давайте волну АА. Хочу посмотреть там, где больше отражалок будет. Дамага у него, конечно, дофига. Может, если его ни одного ставить, то он, конечно, будет полезным на волнах. За счет того, что он обездвиживает и дофига дамага наносит, это да. Но вот один, он однозначно не настолько крутой будет, как остальные. Вот видите. Такое, в общем. Ну, давайте Алну. Интересно уже АФ посмотреть. Ну, на отражалке до половины уже слился, но черепа выдержал. Классный дамаг, даже не в атакующей сборке, у него дамаг очень крутой. Я уже показывал, что подашка ему очень хорошо будет заходить на PvP локации. Ну, я жду скина, подожду скина. Вот все, на отражалке просто слился. Варлок дал щит, и он просто слился даже в таком варианте. То есть у него дофига просто атаки. Окей, делаем ему, в принципе, такой сборкой. Мы можем еще пойти на аренку посмотреть. Супер, у нас тут противники. В принципе, без разницы. Сейчас, может, дальше что-то будет поинтересней. Он на отражалке на ком-то нормально так сливается. 500к бьет критом, 170,
такое себе, не особо. Вот, кстати, будет хорошо сейчас на Асурике проверить, как он сливаться будет. Вот смотрите, на пол... это смотр ударил. Так, надо через Асуру попробовать забежать, посмотреть, как он будет. Он сейчас как раз там ударит. Вот смотрите, обратка хорошо прилетает, но он, в принципе, себя хилит довольно-таки неплохо. Не знаю, сколько там отхил, но видите, Асура слился. Причем прорывы небольшие, он на отражалке сливается. Хорошо, если попробуем другой вариант. Поставим сюда подашку. Смотр наполовину нас сразу же пробил. Ну а дальше вот сами все видите. Ему в принципе пофиг. Там Фрея пробивает молчание. Но уже не столько он не так сливается. И фуловый. Единственное, смотр до половины сносит. А дальше его очень сложно убить в такой сборке. Хорошо. То есть надо однозначно ставить подашку. Так, окей. По этой локации мы посмотрели, поехали на забытую. Посмотрим, что он у нас на ЗБ себя покажет. Так, что у нас тут интересного есть? Есть космо вот какой-то. Поехали, посмотрим. Отлично, вторые эволюции. Ну вот смотр наполовину ударил, дальше его заблокировали, он себя отхилил. Ну а дальше он просто по чуть-чуть начинает их шатать. Хорош, реально хорош. Вот я не знаю, не могу определиться, есть ли смысл его... Смотрите, что он делает. Вообще красава. Нормально так. Нормально он их разобрал. Есть ли смысл атакующую полностью сборку ему делать? Вот это вопрос. Это вечный бой, может быть. А нет, чуть-чуть нам не хватило. Все-таки видите, Зефир с огненкой реально крутой. Так, окей. Смотрим дальше. Посмотрим, что он может вообще. Подашку ему надо. От подашки никуда не денешься. Понижение дефа СО тоже, в принципе, неплохо. Дамага у него хватает. Основное то, что он обезвреживает, обездвиживает героев, плюс забирает энергию, плюс бафает себя. Но, возможно, есть вариант, я попробую однозначно собрать его на фул атаку, посмотреть, что же будет в итоге. Что там, не могут пробить, молчание ловят. Блин, жесть, не добили чуть-чуть Фрею, чуть-чуть не хватило. Так, давайте посмотрим еще против кого-то. Давайте посмотрим против... Я думаю, тут вторые эволюции. Оба 20-е прорывы. Так, смотрим. Хранитель есть, вижу. Фоба. Огник. 30-й причем. Блин, да он круто стоит. Дефный вариант, ребят, вот смотрите. Это при том, что у нас не очень много уклона еще. Но посмотрите, что он делает. Блин, реально хорош. Не пробивает его 30-й огник и Асура, и они его не могут убить. Круто.
Он себя за счет священного суда нормально подхиливает. Ну, он тоже их не убил. Интересно было бы посмотреть на атакующую пачку против этой. Вот так вот, ребят. Оззашка тащит. Ну, понятно, Фрейя мы тут, наверное, не сольем. Она там, судя по всему, хилится, да. Но его Зефир улетел. Че, попробуем еще разок? Попробуем вот так сделать. Его на вторую пачку кинуть против Зефира. Интересно посмотреть. Но я думаю, там они разберут его. Что там за супер асура такой непробиваемый? Фига себе, он себя там хилит. Досмотр, наверное, скорее всего хилит. Да, но дамажим мы его мало. За счет того, что у него отражалка встроенная. Не пробили. Аса лучше, чем огник. Так, вот тут вот интересно будет. Ну, видите, мы немного добавили, ребят, немного добавили уклонения, и он уже себя показывает реально круто. Ну, тут его должны слить. Ну, смотрите, разобрал, остался Зефир и Фрейя. Троих разобрал. А, не ту пачку, это слабенький противник. Ну, не знаю, не знаю. Мне нравится он в дефном варианте, но надо потестировать еще атакующий вариант, посмотреть, может, надо будет ему один шот поставить ПДшку, плюс, например, ремку, и для ПВП локации плюс суперсилу этого будет хватать, чтобы шотать полностью всю пачку сразу же. Но единственное, он, конечно же, не пробьет ни Фрейю, не пробьет Зефира, но остальных он должен будет нормально ушатывать. Хотя его тоже пробивать будут. Тут, наверное, тоже такие противники, что... Хотя нет, смотрю, 30-я Фрейя. Ну, Зефир против Фрейя такой не справится. Они друг друга не убьют, это тоже вечный бой. Пачка, конечно, такая, что тут он точно не выстоит. Огник, Зефир, ворожей порезали, короче, полностью его. Ну, не знаю, на забытую надо будет потестировать все-таки атакующую сборку. Такая дефная сборка, в принципе, мне тоже нравится. Давайте теперь попробуем его еще по подземкам. Поставим ему пакт для урона. Я сразу сюда в центр. Ну, что я могу вам сказать? Дамага у него хватает вполне. 4-5 лямов. Зональные уроны. Я считаю, этого вполне хватает.
Давайте теперь попробуем на кошмарках. Посмотрим, что он здесь сможет сделать. Ну, всекает он прилично. По 3 ляма. Обычный удар. При том, что у нас только пакт остается. Интересно, сколько отхил. Сейчас посмотреть. Нет, дамаг у него реально крутой. Плюс он не дает к себе подойти. Единственное, надо его от стана и от отражалок спасти. И, в принципе, он нереально крутой герой. Ну, здесь он пройдет. Шестую там бессмысленно. Давайте попробуем ради интереса седьмую. Мне кажется, его тут будут сейчас пробивать. Нифига себе. Хорош. Реально по дамагу он очень крутой, ребят. За счет своего скилла он просто к себе никого не подпускает. Круто. Это при том, что у нас СО стоит. Ну, что-то это он героев, то есть он может пройти, в принципе, седьмые подземки без проблем, думаю. Или, по крайней мере, помочь в прохождении. Так, интересно попробовать. Типа пропустить. По две подземки можно пропустить. Неплохо придумали они, конечно. Так, единственное, сейчас уберем смотра. А тут опять же это очень длительно будет. То, что он дамажит, и так понятно. Смотр его пробивает. Хотя тут не особо он и смотрю и пробивает их всех. Короче, это длительный очень бой будет. Такс, тут разобрались, поехали еще хочу посмотреть. А у нас, к сожалению, сегодня лабиринта здесь нету. Завтра только можно будет там его протестить. Так, где его еще интересно можно протестить? Побежали, посмотрим на руинах. В надежде, что он там попадется. Интересно, кто-то бегает или нет. Кто-то бегает. Так, нету его тут в первом числе, значит, попробуем перезайти. Там такой противник. Можно здесь даже, наверное, не тестировать. Вот есть, отлично. Выпускаем его, смотрим. Ну, миссуют по нему довольно-таки неплохо, даже с таким уклонением. А дамажит он, конечно, тоже круто. Не знаю, мне герои нравятся для по локации. Единственное, надо определиться, атака или деф. Мне кажется, подашка будет самое то на атакующие варианты. Плюс там поставить что-то другое, потому что
нету других вариантов для этого героя. Это чисто PvP-герой, который должен дамажить. И, не знаю, может такой вариант. В общем, посмотрим, потестируем еще. Вот такая вот максималка. Кстати, давайте здесь его запустим. Посмотрим, сколько он здесь проживет. Вот видите, сразу же прилетело. Но хилит он себя неплохо. Ну а дальше он все, он дальше не забежит. Просто будет держаться сейчас на голубях Фрей. То есть варианта забежать дальше просто нет. Но он себя неплохо хилит. Это тоже однозначно плюс. Не знаю, поживем, посмотрим. В общем, такой вот герой, ребят, максималка. Мне он нравится для PvP локации. Он реально очень крутой. Посмотрим, что будет дальше. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.